Защиты детей. И мы должны всячески по-разному защищать и оберегать наших детей. И сегодня, в такой день, мы проводим акцию «Дети и окна». И я хочу предоставить слово ответственному секретарю комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Сравнительского муниципального района Ольге Сергеевне Халабурдиной. Уважаемые родители, я в лице комиссии хочу обратиться к вам. В летний период, да не только, не оставляйте детей одних дома. Если оставляете, то вдруг у нас только определите алгоритм действий, что они должны делать. И ни в коем случае, детки, родители, не подходите к окну, не выглядывайте туда. Не играйте рядом с окном. Уважаемые родители, пожалуйста, попросим внимания вот на наших родителей и детей, которые стоят в стороночке. Уважаемые родители, оставляйте, поднимаем бумажечки, чтобы все увидели. Не оставляйте малолетних детей без присмотра. Жизнь ваших детей в ваших руках. Берегите детей. Нам дорог каждый ребенок. У вашего ангела нет крыльев. Будьте, пожалуйста, внимательны и помните об этом. Ну что же, а сейчас флешмоб и все дружно за нашими девчонками. И никому ты не нужен, как будто, но вера слава удержит, мешая пути. Живи, живи, ты для вселенной песчинка, а для земли ты часть, сейчас. И равнодушных не может быть среди нас. Случается, что-то пошло не так. Мы задаемся вопросом, кто виноват. И думаем, что кто-то там мешает сбыться нашим мечтам. Каждый может все изменить, себя исполнить любой каприз. Это качели вверх-вниз. Раскачивай жизнь, раскачивай. Все, о чем только можно.
стоять на окне. Пусть дети от счастья летают во сне. Дорогие ребята, будьте внимательны и осторожны. Пусть у вас каникулы летние пройдут весело, радостно и ярко. И вы все придете в школу 1 сентября здоровыми, повзрослевшими, красивыми. А сейчас мороженое? Да, конечно же, мороженое. Как-нибудь аккуратненько подходите, и вам всем дадут, не переживайте. Всем